Итак, здравствуйте, дорогие зрители. Я так понимаю, что многим уже успел поднадоесть вот этот вот шаблонный формат видеогонок различных автомобилей, когда все начинается и заканчивается одинаково, меняется только середина. Ну, вот так вот я задумал, мне показалось, будет интересно, решил поэкспериментировать. Вижу, что не очень заходит, поэтому, наверное, в следующий раз так делать не буду. Но раз уж задумал, то делаю. И следующее видео про гонку с Прадо тоже будет в большой степени шаблоном, но не полностью. А это видео будет такое скорее разговорное, и всех вот этих вот кусочков вставок не будет. Так вот, несмотря на то, что ВАЗов Патриотов было на в тот день достаточно много, я вот даже тематическую маечку одел, тем не менее записать хороший заезд двух Патриотов оказалось не так-то просто. По одной простой причине, что они оба на механике, а механика достаточно навыкозависима по отношению к водителю. Было довольно много заездов, попыток, точнее, сделать хороший заезд, хорошую съемку, но большая часть из них казалась неудачным. То не докручивал двигатель, переключался рано, то поздно упирался в отсечку, различные, да, водители. То был момент, даже человек со второй передачи случайно, естественно, сразу воткнул пятую, тоже заезд аннулирован. Опять же, старты были не одновременные, потом начался дождь достаточно сильный. В общем, получилось, что получилось, и в итоге удалось записать всего два заезда, ну, нормальных заезда. Это Патриот 2017 модельного года с ГБО газобаллонным оборудованием, но ехал он специально на бензине. Он меня спрашивал, я говорю, едь на бензине, потому что на бензине, во-первых, все-таки машина должна быть помощнее, ну, во-вторых, это просто более честно. Против Патриота 2019 модельного года, но с установленной лебедкой, багажником, как у меня, экспедиционным, с лестницей, фаркопом, силовыми порогами, плюс нештатной, ну, не шоссейной резиной, это АТ-шный Гудрич. К сожалению, не запомнил, какой у него размер. Если вот владелец этой машины смотрит это видео, напиши в комментариях, какой размер у тебя был резины. Потому что, ну, на динамику это и непосредственно влияет, да, ты понимаешь. Большую часть из этих заездов 19-й модельный год проиграл. Ну, просто так, я говорю, получилось. А в одном единственном нормальном заезде, конечно же, он выиграл, но разрыв был небольшой. Вся эта лишняя масса плюс колеса не шоссейные, все это влияло. И также у нас получился еще один заезд. Это двух Патриотов 19-го модельного года. Все тот же самый с экспедиционником. А также полностью стоковый на шоссейной резине, уже без чип-тюнинга, за что в прошлый раз в гонках с Прадо многие были недовольны, Вот. И он же, естественно, этот Патриот 19-го модельного года у нас поедет с гонки в соревновании с Прадиком. Но об этом в следующем видео, поэтому времени заезда его вы в этом видео не увидите. Так вот, этот заезд двух Патриотов вы сейчас видите у себя на экране. Конечно же, выиграл полностью стоковый Патриот. И причем выиграл достаточно значительно. А теперь отвечу, пожалуй, на пару вопросов из предыдущих видео. Во-первых, почему на Jeep Grand Cherokee не было, во время заезда с Grand Cherokee, не было вот этих вот квадратиков с инфографикой, с временем заезда по прибору, по драгону? Очень просто. Дело в том, что заезды, этот прибор у нас всего один, естественно. И заезды парные, они снимались отдельно от заездов с самим прибором. То есть сначала все заехали друг с другом, потом мы отдельно каждую машину ставили этот приборчик и снимали уже, как она заезжает в том же самом месте, конечно же. И джип, он как неожиданно приехал, так достаточно неожиданно уехал. В итоге мы на нее ни камеры не успели поставить, естественно, не успели замерить его время разгона. Поэтому судить о его динамике можно только косвенно, зная время разгона Форда, который с ним парно ехал и, естественно, ему проиграл. Далее, такой момент, почему, собственно говоря, почти все машины, которые вы видели, ехали относительно медленно, то есть проигрывали сами себе своим паспортным значением. Ну, во-первых, дело в том, что на улице стояла очень сильная жара, в тени было около плюс 34, и даже когда пошел дождь, жара на самом деле не прекратилась. После дождя, да, стало попрохладнее, но во время самого дождя было все равно достаточно жарко. А как известно, подаваемый на впуск горячий воздух, он достаточно значительно снижает мощность двигателя. И во-вторых, хотя дорога сама казалась крайне ровной,
Тем не менее, когда машины ехали в обратную сторону, у них у самих у себя удавалось скинуть порядка где-то полусекунды, иногда даже чуть больше. То есть все-таки небольшой уклон на этой дороге есть, и все заезды проводились, по сути, в подъем. Да, небольшой, но все же подъем. Моя машина ни с кем в пару не вставала, потому что это достаточно бессмысленно. Наверное, она была самой медленной из всех, кто присутствовал на данных заездах. Но померить ее было, конечно же, интересно, пользуясь возможностью. И видео моих замеров, моей машины вы сейчас видите на экране. Да, конечно, можно говорить о том, что большая резина МТ-шная, багажник на крыше, лебедка все та же самая. Плюс у меня еще в багажнике, кстати, довольно много всякого шмурдюка. Больше 100 килограммов не взвешивал, но вроде бы явно больше 100 килограммов. И еще у меня достаточно сильно засран воздушный фильтр на тот момент был. Я приезжал после покатушек по грязи, и там прям откровенные куски глины были. А потом, когда я его менял, обнаружил, что он очень сильно забит был. Но что есть, то есть, да, можно долго оправдываться, но такой вот позорный результат на данный момент, на тот момент моя машина была вот, да, настолько медленной, что тут скажешь. Для сравнения, также замерили еще один Патриот 17 года в комплектации World of Tanks Edition, кстати. Вот, он, конечно же, быстрее моего проехал, но медленнее Патриота 19 модельного года. Ну и в довершение хочу сказать свое мнение, почему Патриоты 19-го модельного года с этим ZMZ Pro едут, ну, в стоке, да, настолько быстрее от моего и аналогичных. На мой взгляд, все дело в том, что наш двигатель из-за меньшей степени сжатия, из-за гораздо более ранней отсечки на 5000-х, на верхах уже откровенно сдувается. То есть после 4 где-то 500 крутить его, ну, такое. То есть, да, конечно же, передача, у тебя передаточное отношение больше, и динамика все равно выше, нежели если ты переключишься там на 4500, но все равно мощность там, откровенно говоря, падает. Патриота же ZMZ Pro крутится охотно до 5500, и там прям такого вот падения не ощущается. То есть это именно верховой уже достаточно мотор получается. Несмотря на то, что в его официальных характеристиках написано, что максимальный крутящий момент достигается на более низких оборотах, это откровенно, ну не то что прям лукавство, но такое манипулирование фактами. Потому что моментная характеристика, вот этот график, что у старого мотора, что у нового, практически идентичный. И разница там в том, что из этих вот двух горбов, там два горба, да, пиком крутящего момента, ну, потому что четырехцилиндровый двигатель, первый горб, ну просто чуть-чуть больше, чем второй. На моем моторе чуть-чуть наоборот, но там примерно они равны. Ну, а обгонит ли стоковый у вас Патриот 2019 модельного года без чип-тюнинга стоковый же Land Cruiser Prado 2.8 Turbo Diesel, вы узнаете в следующем видео. А если вам вдруг не терпится узнать время разгона до 100 того самого Прадика 2.8, вы можете перейти по ссылке в описании на видео Алексея Голосова и посмотреть, собственно говоря. Там он замерял свой 2.8 против 3-литрового турбодизеля тоже и против 4-литрового атмосферного бензина. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Пока!